Так, друзья, в продаже у нас Nissan Patrol 2008 года, 3-литровый дизельный мотор. Автомобиль в неплохом состоянии. По кузову, конечно, есть несколько недостатков. В салоне у нас тут электропакет, также электропривод регулировки сидений, кожаный салон. В отличном состоянии для автомобиля 2008 года, мультируль, установлена вебаста, также есть подогрев сидений, омыватель фар, установлена мультимедиа SWAT, автомобиль на люке. Штатный фаркоп. Автомобиль пятиместный, так как третий ряд сидений был убран. В целом автомобиль неплохой. Все, кто заинтересовался, идем к нам.